Так. Ладно. Сбиваем станцию. Нет ничего проще. Рейд с дробовиком. Джетфайр. Так, захила. Сильверболт с фотонной винтовкой. Вот эти типа главный, да? Ух ты, стелс. Окей. Пусть будет. Так. Ядро слишком повреждено темным энергоном, чтобы поддерживать жизнь на Кипертроне. Чтобы себя починить, ядро должно выключиться на миллионы лет. Ну, и Оптимус Прайм теперь несет в себе силу матрицы лидерства, и он собирается со всеми автоботами ловко слинять с Кибертрона, пока все будет, автоботам, не будет нормально. Всем автоботам, которые слышат это сообщение, наша планета умирает. Мы вынуждены отправиться к звездам на поиски нового дома. Приказываю немедленно начать эвакуацию всех наших городов. Что произошло? Я предупреждал, откажетесь мне повиноваться, погибнете. Никто не смеет попирать власть Мегатрона. Он спятил. Сильверболт, поднимай бойцов. Нужно немедленно уничтожить эту пушку. Хорошо, летим. Летишь слишком близко к минам. И результат будет примерно такой же. Отлично. Здорово летаете, автоботы. Ух ты! Это распределительная станция? Да, она расщепляет луч в целях энергоснабжения. Не думал, что снова ее увижу. Врубайте ускорители, автоботы. На счету каждая секунда. Здорово. Вот и группа встречающих. Не попадешь. Где кто? Почему в меня? Где враг? Чё-то не пойму, кого надо бить? Где этот гаденыш? Ага.
Лови. А, такой пулемет есть. А тут с ракетами мучаюсь. О-о-о! Это еще что? Уничтожайте пусковые установки! Берегитесь защитных систем! Да. Сваливаем, сваливаем, сваливаем. ХП, 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 ХП. Так и сбили. Обидненько. Это еще что? Уничтожайте пусковые установки! Берегитесь защитных систем! Да, пулеметом их мочить, конечно, эффективнее. Осторожно, ракеты! Ау! Мы еще не закончили! Берегитесь центрального лазера! Так, вроде это я разнес. Ау! Это наш пропуск на станцию. Пробейте себе путь. Что, серьезно на это можно сесть? Предположим. Уничтожьте терминал управления. Да уничтожили уже. Все норм. Заходите. Гостями будете. Авария открыла доступ к сливным трубам. Похоже, мы нашли вход. Наверняка зал охлаждения. Питающее орудие луч настолько горячий, что для охлаждения нужен целый зал. Если мы вмешаемся в этот процесс, пушка не сможет стрелять. И как же мы это сделаем? Ну, для начала, думаю, надо все взорвать. О, вот это дело тебе! Да, это хорошая идея, мне нравится. Запускаю двигатель.
же! Десептиконы! Так, терминал включен! Надо засечь местонахождение охладительных насосов! Найдем их и вырубим! Десептиконы бросают гранаты! Так, ну кому как, а я как проюзаю эту фигню. Ой. Десептиконы. Ой. Ой. Так, мужики, я пошел. О. Вещи валяются. Пулемет «Вулкан». Серьезно? А, это миномет «Вулкан». Ну ладно, сойдет. Я уж хотел бы офигеть. Ну да ладно. Ау! Удачно я вывернулся. Так, где враг? Выбей этот люк! Так, блин, я еще для тебя еще помню, как залетать. Так, так. Я огорчился, когда Оптимус назначил командиром тебя, а не меня. Эй, Рейд, ты серьезно? Хочешь сейчас поговорить? Нет, да слушай. Я хочу сказать, ну, ты, в общем, неплохо справляешься. Для парня с боязнью высоты и все такое. Очень смешно, Эй, Рейд. Это был комплимент. Ну да. Аэробот с болезнью высоты. Так. Куда дальше летим? Ой, ё! Ау! Так, не-не-не-не-не-не. Такой фигни мы, пожалуй, заниматься не будем. Кого вы там стреляете, товарищи? Врага вроде нет. В кого целимся? Так, где наша цель вообще? Ой. Так, снайперская винтовочка, которую я не могу, блин, поднять. О. Вот так, спасибо. Ой! Ау! Ц.
Все-таки кнопка трансформации рядом с кнопкой гранаты. Очень плохая идея. Так, ребята, насос охлаждения прямо перед нами. Разнесем его в клочья. Разы. Я по ним вообще что ли не попадаю? Летим дальше. Оу. Входной люк. Предложите. Центр управления находится ниже уровня холодогента. Забираемся в капсулу. Ракета-призраки запущены. Окей. Все залетели. Все залетели. Все молодцы. Летим. То есть едем. Оставшийся холодоген. Хорошо, теперь опустошим баки. Все к пульту управления системой охлаждения. Вперед, автоботы! Невидимочки. По-любому. Берегись, невидимки! Да? Где? А, вот он ты, здорово. Вроде попал. Так, где он? Где? Ах ты, стой! О! Вот это дело нужно. Ау! Где ты? Дальше это нужно. Так, ХП поднять, и патронов бы не помешало, в конце концов. Патроны штука такая. Вау. Интересная, конечно. Уцелеть в этой заварушке. Эй, Рейд, не отвлекайся. Оптимус рассчитывает на нас. Что бы ни случилось, мы должны справиться. О, какая игрушка! Это центр управления системой охлаждения. Вот контрольный пульт. О.
Отлично. За это мне это сейчас будет много всякой фигни. Джетфа, ты наконец-то вернулся домой. Откуда он тебя знает, Джетфайр? Долгая история. Мегатрон, хватит разрушений. Прекрати это безумие. Джетфайр, у тебя был шанс присоединиться к моим десептиконам. Я с гордостью ношу эмблему автоботов, Мегатрон. Унижения и гибели гордости нет. Десептиконы, в атаку! Направляю энергию. Так, вроде все кончились. Ни за что. Будем биться до последней искры. А эти мину. А где он там? Так, мин нету, да? Мины. Мины вперед. Да умри, что собака такая. Так, где-то тут есть, ага. Энергонный кубик. Да ну неужели? Их бравада мне надоела. Прикончите их и принесите мне их головы. Внимание! Здесь громила! Ой, блин! Такой подставы я не ждал. Их бравада мне надоела. Прикончите их и принесите мне их головы. Вот это дело. Сидим. Отлично. Тебе повезло. О. Ракетная атака. Вполне ожидаемо. Опять-таки автоботы. Он сейчас рванет. Рвануло неплохо. А чё, патроны кончились. Ладно.
город, я понимаю. Вот как и нужно битвы завершать. Быстрее! Сливайте хладагент! Так, что сливать, а? Точно, точно, да. Тревога. Уровень хладагента понизился. Вот тебе, Мегатрон! Jetfire, сколько еще до критического уровня? На счету каждый на атак. Но процесс можно ускорить, перегрузив регулятор импульсов в центральном узле станции. Это ее точно доконает. Тогда веди нас. Да, веди, Сусанин. Оу. Ну ладно. Тревога. Целостность объекта 95%. Требуется срочная замена хладагента. Это хорошо, да? Это правильно? Jetfire точно в цель. Станция сейчас развалится на части. Нет, не все так просто. Вот доберемся до центрального узла, тогда и разнесем ее как следует. Тревога. Целостность объекта 90%. Что? Тупик! Не бывает такого. Прыгай через хладагент. Тревога. Расщепление энергонного луча. Что, вывернуться надо? Немедленно найдите автоботов! Автоботы перегрузили систему охлаждения. Если Триптикон отключится, Мегатрон сотрет нас в порошок. Вперед! Так точно! Мы уже почти на месте, парни. Центральный узел совсем рядом. Да, в какую он сторону? Ты что? О, ты щит. Чудесно. А ты ракетница. Так, более нормального основного оружия у меня не заваляется случайно? Стоит вопрос, нафига я собираю этот долбанный энергон? Мелкий, по крайней мере. Противник! Десептиконы, расплавите! Пробивайтесь, автоботы! Не теряйте времени! А как иначе? Тревога. Целостность объекта 85%. Оу-оу-оу. Так, вот это хорошо, удачно ко мне спиной стоял, мужик. Для меня удачно, конечно же. Усомнюсь. Так, где наши друзья с ракетами? Так, теперь надо разобраться с тобой. Увы, это обычный разрушитель. Ты не именной. По-моему, все норм, да? Да, отлично. Двигаемся. Это ёвые лавы. Не достал. Так. О! Здорово, мужики.
что это вы там забыли? В энергоканале-то. Смотрите, луч просто пожирает их. Я не знаю, куда там полетела мина, но, по-моему, она полетела на этот раз по адресу. Не, мина это отстой. О, привет, мужики. Пока, мужики. Теперь, ребятки, мы с вами пообщаемся. Так, что это такое? Это мины. Это патроны на перфоратор. Где это они там, а? Так, конечно, наверное. Ой, не, я что-то не хочу сюда. Нам точно сюда? Центральный узел прямо перед нами. Так, добрались. Jetfire, что дальше? Нужно перегрузить регулятор импульса. И где он? А, ладно, по барабану. Опасность. Критический уровень плазмы. Теперь второй переключатель. Второй, так второй. Я чё? О, здорово, это ищу. А не пора ли нам сваливать, товарищи? Критический уровень плазмы. Берегись! Приближаются 10 пиконы! Задержите их! Нужно дать плазме время перегрузить систему! Так, где враги-то вообще? Где вы? Что вы? Ух ты! Мы рады, что ты с нами. Ах ты! Вот так вот. Ловите мину. Обожаю отстреливать десептиконов. Каждый на атак мы теряем автоботов. Держать по...
ждет новая волна. Оу. Ничего себе, как-то внезапно. Я что, не уследил за... Держите их! Нужно дать плазме время перегрузить систему! Как-то тут тесновато. Ладно, радуйтесь, что это, что я вам послал. Так, о, гранатки. Да ну неужели? Пора сваливать типа. И что теперь делать? Уничтожим источник. Автоботы, форсаж. Надо забраться внутрь этой пушки и взорвать ее изнутри. Ау! Ну и как? Мне что, разбивать эти шарики, что ли? Что это? Что произошло? Должен сказать, автоботы, ваша тупость ошеломляет. Да, такой план мне нравится, наверное. Какое нафиг укрытие? Здесь укрываться-то негде. Так, что это? Фигня. Фу ты.
Так. Кто из меня так стреляет? Какой еще служебный подъемник? Сразу за тем заграждение. Отлично. И как же нам туда добраться? Вот и пульт управления. Ну я тут. Что дальше делать? Добивать вот того уха. Сколько вас интересно тут? Какой отходим, блин. Что дальше? А, теперь можно нажимать. Ура! Руки. Бух. Фу. Открывается. Вперед. Триптихон. Транспорты автоботов больше не взлетаю. Работай по поверхности планеты. Уничтожь Иакон. Мы внутри орудия, Оптимус. Отключим его, как только сможем. Ну и как именно мы будем вырубать эту пушку? Должно же быть у нее слабое место. Летим дальше. Похоже на смех. Это был смех? Сильвербол, нас тут в землю забивают. Скорее выключите пушку. Быстрее, ребята. С каждым выстрелом этой штуки гибнут автоботы. Да, ё-моё. Ладно. Это, конечно, эпично. Ну и как именно мы будем вырубать эту пушку? Должно же быть у неё слабое место. Летим дальше. Похоже на смех. Это был смех? Сильвербол, нас тут в землю забивают. Скорее выключите пушку. Быстрее, ребята. Каждым выстрелом этой штуки гибнут автоботы. Воу, да, что ж такое? Так. Мы внутри орудия, Оптимус. Отключим его, как только сможем. Ну и как именно мы будем вырубать эту пушку? Должно же быть у нее слабое место. Летим дальше. Похоже на смех. Это был смех? Сильвербол, нас тут в землю забивают. Скорее выключите пушку. Быстрее, ребята. С каждым выстрелом этой штуки гибнут автоботы. Слушайте, я могу.
Фу, так, минус один. Ну, не совсем минус. Ну, где-то в той степи. Пока он на меня не обращает внимания. Во-во, мои напарники тупо бессмертные. Он на меня разозлился. Так, отлично. Минус один. Громила там еще не подгреб? Вроде бы нет. Ау! Этому мужику я определенно не нравлюсь. Ага, тут еще и снайперы с ракетами. Но это много объясняет. Оу, сколько тут всего. Так, так, так. Так, кто это там такой умный? Пролетел тут такой модный. Так. Ну раз так. Гордо! Слушай, вот она! Надо подзарядиться. Давай, вставай. Ай-яй-яй-яй. Ладно, ничего, это того стоило.
А нос не чешись, зараза. Так, что это, что это, что это? Осколочные гранаты. Прекрасно, вот с этим уже можно работать. Почесали, парни. Похоже, это кванторасщепляющие камеры. Идем дальше. Берегись, не попади под эти давилки. Триптикон, получены координаты Оптимуса Прайма. Стреляй в него! Слышали? Один выстрел и Оптимус на свалке! Быстрее! Секундочку. Триптикон тоже трансформер, верно? Да, и что? У него должен быть узел изменения формы. Если мы его уничтожим, он не сможет оставаться пушкой. Ему придется вернуться к первоначальной форме. Мы даже не знаем, какая у него первоначальная форма! Пусть так, но хуже от этого точно не станет. Эй, Рейд, отличная идея. Они сейчас убьют Прайма! Вперёд, живее! Ау? Где мы? Изменение формы там! Уничтожайте турели! Хорошо, что это пушки бесконечные патроны, а? А, вот еще что-то. Во! Давай, взрывай его! Да я его взорвал! Только нам, по-моему, пора сваливать. Оу, да, точно, он же динозавр. Ну, или можно так выразиться. Все удачно. Воу! Да, я удачно увернулся. Воу! Продолжайте стрелять! Продолжаем. Ого! Вот так, да,
кажется, Тагор? Нет. Черт! Оу! Они слишком ли я к нему близко? Я вас хорошо сотру. Автоботы. Автоботы, отходим. Остальное сделает гравитация. Не-а. Оптимус, Триптихон сошел с орбиты. Мы следим за его спуском, Сильвербол. Дальше дело за нами. Обалдеть. Ладно. Ладно. Великий эпический батл с утра пораньше. Ладно. Блин, как светает. Ну что ж. Ну тебе нафиг. Так, Эрен Хайд, значит, да. Оптимус чё? Так, значит, задвигай. Орбитальную пушку вырубили, но её истинная форма — это такой крутой монстр под именем Триптикон. Он устремляется к поверхности, как метеор, и сейчас все снесет к чертям. Смотрите, вот он! Сильвербол, это Оптимус. Мы засекли место падения. Подходим на дистанцию визуального контакта. На всякий случай оставайтесь на связи. Понял тебя, Оптимус. Мы уже в пути, но чтобы к вам добраться, нужно время. Думаешь, эта жестянка могла уцелеть, упав с орбиты? Триптикон крепче, чем ты думаешь. Если он еще функционирует, твое оружие не пробьет его броню. Лучше целься в его орудие. Спасибо за совет, Сильвербол. Мы это учтем. Хвост. Мы обнаружили Триптикона. Передаю координаты. Вы думали, что можете уничтожить меня? Самого Триптикона? Ничтожество. Кто там сказали целиться в пушки? Оставьте надежды. Близится момент. Ого! Так, мужик суровый. Да. Он смеется над нами. Оставьте надежды. Близится момент вашей гибели. Сильвербол предупреждал! Его броня слишком крепка! Он не может быть непобедимым! Мы что-то упускаем! Смотрите! Похоже, орудия на его плечах перегреваются! Если мы спровоцируем перегрузку, они взорвутся! Айронхайд прав. Нужно придумать, как перегрузить его орудие. Ты знаешь придумать? Нажать вот эту большую фигню. Ячейка есть? Нету. Досадно.
предпочту, если ты меня стирать в нее не будешь. Спасибо. А? Ау! Щит! Щит! Автоботы! Трептикон готовится к атаке! Будьте начеку! Прощайте! Нифига себе! А патронов мне тут не оставили случайно? Стрелять-то, ё-моё. Что происходит с его бортами? Они меняют форму. У него все те же проблемы. Слишком сильно греется. Стреляй по охлаждающим контурам на ребрах. Делайте, как велит Айронхайд. Стреляйте по контурам. Мне нужны патроны. Ты что? Так, ты не патроны. А ты что? Ну... О, патроны! Не знаю, кто там что думает, но вот это было реально очень больно. Стопудняк чекпоинт. Стрелять-то. Что? Что убивать?
Смотрите внимательно. У него должны быть уязвимые места. Похоже, энергетические ядра на его спине вполне уязвимы. Твою дивизию. Так, чем он меня убивает? Чем? Куда это я? Одно точно, я не по адресу. Так, ладно. Ладно. Ты закончил? Спасибо. Берегитесь хвоста! А, блин, тут еще и хвост. А, тут еще это все... Его не берет. Смотрите внимательно. У него должны быть уязвимые места. Похоже, энергетические ядра на его спине. Ауч. Плевать нам на твою истинную мощь. Ау. Вот это хороший поворот. Фак! Быть уязвимые места. Похоже, энергетические ядра на его спине. Ну, поднажмем. Похоже, пора сваливать. Кто там? Пр-
просваливать. Воу. Конкретно просваливать. Кажется, патроны того. Да зачем ты в меня-то постоянно целишься, собака? О, патроны. Твою! А? Так, Эренхайт, ты по нему сегодня попадать собираешься? Тикаем. Ищем еще патронов. Патроны обнаружены. С попаданиями, правда, не очень. Умри, тварюга! Воу! Попали? Да. Супер. Нет. Все? Хвала Праймусу. Сработало. Ты проиграл, Триптикон. Вперед! Что еще? Триптикон побежден, но победа такая не очень. Оптимус и другие смотрят, как их братья покидают планету на транспортниках. У тебя получилось, Прайм. У нас получилось, Рэтчет. Сегодня погибло много наших братьев. Но благодаря нашим совместным усилиям
Остальные выживут и найдут новый дом в другом. Оптимус, не забывай про Мегатрона. Пока мы останемся здесь, будем ему противостоять. Но вскоре нам также придется покинуть Кибертрон. Я подготовил для нас новый космический корабль. Ковчег, в котором мы полетим к звездам. Куда бы мы ни отправились, Кибертрон будет с нами. Да, музыка, конечно, вообще не в тему. Но, по сути, на этом великий эпик закончился. Вот. И чем это лучше, чем современные интерпретации? Тем, что оно хорошо и точно следует духу того, что было в те времена, когда я пешком под стол ходил. Потому что вся эта история и оригинальный мультик, насколько можно быть вообще оригинальным, с таким же стилем персонажей и так далее, он был где-то в 80-х. Вот. Причем еще до меня. Да. Так что вот, ну, по сути своей, на тот момент, когда игра вышла, наверное, конечно, и графика была хорошей, но сейчас, конечно, смотрится старовато. С другой стороны, история эта нормально сделана. Вот. Зло тупое, добро тупое, все тупые, все прекрасно и вообще зашибись. Да. Ну и еще есть, конечно же, продолжение, за которое надо будет как-нибудь взяться. Да. Вот. На этом, в принципе, с данной игрой, по крайней мере, все. Так что, если понравилось где-то вот там, палец вверх. Если не понравилось где-то там же, палец вниз. Вот. А на этом спасибо за просмотр. Всего доброго, удачного дня. И увидимся в следующий раз.